Польше ролики очень сильно развиты и очень много всяких каких-то вечеринок. В сравнении, допустим, с Киевом уровень гораздо ниже общий, но роллеров намного больше. То есть здесь, допустим, найтскейтинг варшавский, это такая основная покатушка, в среднем приходит где-то 2500 человек. Народ здесь катает по 100 километров, по 150. Ну, я думаю, для меня вот оптимально в районе там 20-30, это вот как раз с прыжочками какими-то, с какими-то быстрыми прокаточками, это оптимально. В Варшаве роллеры можно видеть, в принципе, везде, в любом месте. Такие более профессиональные роллеры, они больше сконцентрированы в центре, они там катают на разных спотах, плюс стадион. Когда у нас занятия на стадионе, то там катается примерно 100 человек, иногда больше. Когда занятий у нас нету, то я думаю, что в среднем человек 10-15 можно найти. Слайд. Сейчас вроде как на вид более-менее роллеров, но на самом деле это мало, потому что сейчас уже не сезон, сейчас холодно, и народ боится выходить из своих норок, все сидят дома. Kręcę biodro, wyrzuca, kręcę biodro. Dawaj, będziesz w moskiewskiej telewizji. Dawaj, hop i hop. Tak. I dobrze. Отличается тусовка, то есть здесь как бы народ приходит покатать, это больше как, ну, с друзьями поговорить, вместе покататься. Когда я начинал кататься, то мы катались с друзьями вот просто по району, и это было очень кайфово. И вот сейчас я чувствую примерно то же самое, когда мы катаемся с людьми и просто с ними общаемся, где-то по дороге прыгаем, не знаю, через какие-то лавочки, велосипеды, ступеньки, и очень это прикольно получается. Ну, я думаю, одному ты долго не покатаешься, ты научишься, дойдешь до определенного уровня, и дальше станет очень скучно. Поэтому, мне кажется, обязательно должна быть какая-то крутая тусовка, и надо стараться создать такую тусовку, сделать какое-то движение вокруг себя, например, или вокруг каких-то своих друзей. Не имеет значения сложность трюков, главное, чтобы катать вместе и делать какие-то новые челленджи для себя. Оп! 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 У меня вот обычно на занятиях учатся люди, которым за 30. Как бы есть две группы, это женщины 30+, и мужчины примерно 45+. Вначале они всегда говорят, что «не, я только хочу научиться ездить вперед и тормозить». Но обычно этим не ограничивается, и они начинают прыгать. Через какое-то время они смотрят, о, так тут еще можно со ступенечек съехать, здесь можно, не знаю, какую-то рампу еще съехать, и они начинают катать, катать, катать. Пик, я раскрытцем чао, съезжаем и одразу робим 180. Пик. А я не знаю, что очень красиво.
my another video? Wait. From Wales. Мне нравится то, что в Варшаве плоско и не надо под горку ехать. По дороге, вот когда ты едешь, допустим, каким-то центральным улицам, всегда будут где-нибудь ступенечки, какие-то мусорники, велосипеды, самокаты. Куча всего, что можно перепрыгнуть, и где можно какой-то сделать трючок. И это выглядит, вся катка выглядит очень стильно. Прям так, ну, труфеска. Если вы фрискейтер и хотите именно кайфовать от катки, то не идите в Барселону, только идите в Варшаву. В Барселоне все плоско, и там негде прыгать, а в Варшаве очень много спотов. Приезжайте в Варшаву, в принципе, в любое время, главное, чтобы сухо было. В Варшаве, в принципе, зимой тепло, там 5-10 градусов, поэтому можно кататься, в принципе, целый год. We be them fools, and it's time that we give it to you.